Итак, всем привет! Сегодня у нас 9 марта 2017 года. Ну вот, варю кленовый этот сироп. Вот, собрал кленовый сок сегодня. Сегодня первый день у нас сокодвижения в Нижегородской области. Набрал, может, литров 7. Вот, варю кленовый сироп. Налил, то есть, этого сока, свежесобранного. Выпариваем. И получаем сладкую такую жидкость прям. Как карамель прям такая, ваниль прям. Чистый мед прям. Конечно, это надо делать в больших объемах на оборудовании. Можно в большой кастрюле попробовать, там на огне, на костре. Но если хотите попробовать, что это такое, хотя бы в кружке попробуйте для эксперимента. Потому что это очень сладко, очень полезно. Здесь очень много витаминов, микроэлементов. Это вот детям можно давать, то есть испекли блины, допустим, там, либо какую выпечку. Можно прям как за место варенья, то есть намазывать на блины там. Можно мороженое делать. То есть здесь прям чистая карамель природный, то есть. Сахар же он это вредный, это же химия. А вот это вот природная глюкоза. Очень вкусная. Такая вот жидкость. Ну еще можно повыпаривать сок. Ой, прям пересладко прям, такая как шоколадная сгущенка такая. Попробуйте обязательно. Вообще можно почитать, то есть там витаминов применения очень много, в кулинарии очень много, то есть идет и выпечку, и везде кондитерское, то есть производство. Кстати, очень дорогая эта штука. А это лучше свою сделать, натуральную, а то можно попасть на подделку. Так что собирайте сок, пока есть возможность, делайте сироп и так сок пейте. Он очень мочегонный, очищает почки, печень, кровь чистит, витамин С есть в нем, много всяких кислот. И иммунитет, то есть повышает иммунную систему. Сейчас как раз нам нужны силы, то есть витамины, сейчас же это, работы много, то есть трудиться надо. То есть весенний день год кормит. Сейчас прям дела прибавляются с каждым днем. Ну и день тоже прибывает. Так что всем до скорых встреч. До свидания. Пока. Пробуйте, экспериментируйте и будете довольны. Спасибо природе.